Пробуем. 6 только за нас. Окей. Следующий трек у нас будет от R. Ricardo и Real Girl. Русская поп-музыка. Песня называется «Думал». А. Артель Медиа выпускает. Хорошие, уважаемые люди. Давайте послушаем. Я надеюсь, что мы с этой песней кайфанем. Но теперь опять начала сомневаться, может, это не любовь, и нам надо расстаться, надо расстаться. Думала, повезло с тобой, но теперь опять начала сомневаться, может, это не любовь, и нам надо расстаться, надо расстаться. Может, это не любовь, и нам надо расстаться, надо расстаться. У тебя истерика, у меня депрессия. Мы потеряли время, потеряли равновесие. У тебя бессонница, у меня апатия. Ведь то, что между нами было слишком много значило. Может, я тебе, может, я не подхожу. Может, ты меня не любишь, может, для тебя я всю жизнь переверну. Ну а может, лучше сразу скажешь, что не нужен. Думала, повезло с тобой, но теперь опять начала сомневаться. Может, это не любовь, и нам надо расстаться, надо расстаться. Думал, я повезло с тобой, но теперь опять начал я сомневаться. Может, это не любовь, и нам надо расстаться. Сгорает под очами дотла. Мы разрушаем, сводим тело с ума. Я не с тобой, значит, где-то одна. Скрываю свои мысли. Пока ты где-то не со мной, где-то ходил. Меня штормило, я сбивала с пути. Лучше не плачь, ты не номер один. Мы потеряли смыслы. Думала, повезло с тобой, но теперь опять начала сомневаться. Может, это не любовь, и нам надо расстаться. Думала, повезло с тобой, но теперь опять начала сомневаться. Может, это не любовь, и нам надо расстаться. Может, это не любовь, и нам надо расстаться, надо расстаться. Ну кайф? У тебя, у меня, у тебя, у меня ощущение, что исполнители решили сыграть в песне тренд из ТикТока, где они озвучивают, да, вот друг о друге какие-то факты. И на самом деле такая, знаете, какая-то конфетно-букетная лирика из умеренных широт нашей необъятной планеты. Песня такая же неоднозначная, как и поднимаемая в ней тема. Вроде бы лирический герой и готовы расстаться, а вроде бы и нет. Сомнения не позволяете, да, вот сомнениям управлять своими отношениями. Ребята подчеркивают то, что мысли, да, вот сомнения в голове о правильном выборе в отношениях. Вполне себе нормальная история. Но нужно доверять сердцу. Сердечку. Вообще, приятный симбиоз вокалов. Порой даже Рикардо удается максимально точно, не на контрасте, а прямо в тон спеть с девушкой. Что весьма интересно звучит. Сочно. Обычно мы привыкли слышать дуэты исполнителей в привычной схеме. Низкий мужской вокал и достаточно высокий женский. Но тут ребята решили пойти с другой тактикой. И, на мой взгляд, весьма удачно. Я знаю этих исполнителей. И Роману, да, Рикардо, у него на днях был день рождения. Я делал ему концерт акустический в Москве. Очень крутой, крутой исполнитель. И я как бы просто немножечко предвзят. Я знаю, на что он способен. И, на мой взгляд, они немножечко смухлевали вместе с Real Girl. Вот, могли бы и получше сделать. Хотя, все в трендах. Все сделано как будто по лекалам.
И что меня смущает, что вот песня как будто бы вот одна из, которые мы слышим постоянно. Да, она абсолютно форматная, коммерческая и кайфовая. И мне понравилась особенно концовка. Вот они так хорошо друг друга дополняют, там прям эта искренность чувствуется. А все остальное, ну, как будто такая... Я даже не знаю, как это сказать. Ну, не то чтобы калька, ну, просто форматная песня, назовем это так. Но эта песня твердо на девятку. Мне она понравилась, надеюсь, понравится и вам. Напишите в комментариях, как вам эта песня. Вот от меня девяточка и... Все, Татьяна скинула в чат, как называется, супер. Супер. У обоих исполнителей, на самом деле, большая аудитория. И это не новички, не фрешмены какие-то, да, уже делают и свои концерты. Вообще, Real Girl в последнее время частенько у нас стала появляться. Это ли не знак? Мне очень нравится ее Инстаграм. Да, я в нем сижу. И я, на самом деле, удивляюсь, как она хорошо дополняет визуально свои, к своим трекам. Вот если кто не подписан, рекомендую это исправить. Надо отдать должное, даже 5 утра не такой симбиоз голосов. От меня 10, я кайфанул. Хозяин барин, королевский канал, спасибо, я рад, что понравилось. Доброе, хорошее, 9. Спайкс 9, Татьяна 8. Канал, поставь им 1, они сами тебя найдут. Мурло 7. Мурло, а что не понравилось? Вот просто интересно для себя. Потому что, ну, все нормально. Cybershine 9, ничего себе, вот от этого старичка я такой оценки не ожидал. Татьяна только заветила Мурло и такая, это Мурло, Мурло, господи, ты с нами? Да, самое приятное, когда старички приходят, вот.